Лохотнюк ходил к Филату. Вот я только не помню момент, ходил лично он, либо от него люди, которые показали Филату видео, где передавались определенные деньги Игорю Дадону, и где он попросил Филата написать заявление, дать показания, как бы, что вот там Дадону там давали деньги за Тимофти. Потому что для Игоря Дадона сейчас видео после всех этих скандалов, отставка одного правительства, быстро назначили другое, про все это я говорил, повторять не буду сейчас. Появление видео, где он берет там какие-то тити-мити, значит, это может взорвать сегодня ситуацию. Майя Санду по определению не может кого-то выпустить. Они не смогли никого посадить, и тем более, как бы, ну, никого не смогут выпустить. Уже подготовило общественное мнение вчера, когда там Игорь Дадон сказал о том, что вот есть какие-то видео, где Андрей Настаса там якобы там просит или берет какие-то деньги и так далее. То есть это, ну, вот все как в стиле плейша, чтобы переключить внимание там с того, что вышел Филат, раз там, вот Настас взяточник и так далее на всю страну. Игорь Дадон делает все с каждым днем, чтобы стать вторым Плохотнюком. У Майя Санду нужно признаться о том, что таких как бы пожеланий не было, но не сможет. Вернее, они оба не смогут стать вторым Плохотнюком. Как бы Игорь мечтает, но у Игоря не хватит там ни духу, ни мозгов для того, чтобы им стать. Это будет попыткой стать там каким-то Плохотнюком, ну и пусть он пытается на здоровье.